Снова здравствуй, дорогой зритель. Начиная с этого видео, я немножко подумываю, каким образом менять формат. Да, то есть больших распаковок, скорее всего, не будет. Они очень много отнимают времени на монтаж, на поиск, ну, на прочие вещи. Со временем сейчас беда, поэтому предварительно, да, будут приходить какие-то интересные, полезные вещи и будут делаться распаковки по одной. Да, то есть, ну, на самом деле, то, что, ну, не стыдно показать, то, что для тебя интересно, да, то есть, ну, тут такой будет формат. Вполне возможно, я уйду от формата руки, а перейду в формат морда. И вы начнете мне уже там кричать: Миш, не что у тебя с ногами, ты грызешь, а какого ляда твоя морда такая помятая. Будете заявлять мне там: кончай то, кончай сё, короче, иди худей, иди толстей, не знаю, короче, чего там можете мне начать говорить. Может быть, перейду на формат лица, да, кстати, оставьте отзыв, надо это или ну его в болото. Итак, что у нас есть сегодня? У нас есть сегодня пакет, мы его вскроем, посмотрим, что внутри. Поставь мне, говорит, 5 звезд. И, говорит, у тебя, говорит, стоять будет в 2 раза дольше. А если по этому QR-коду перейдешь, При этом маленькая, симпатичная розничная упаковка, да, то есть там есть разные цвета, здесь помечено, какой внутри, и также помечено, а почему не помечено? По идее, насколько помню, заказывал как раз Type-C, то есть должен был быть... Может быть, есть. Давайте посмотрим поближе, что это такое. Да, все, Type-C, как я и планировал. Снизу такая прорезиненная, резиновая. В общем, не пойми чего. При этом, ну, видите, как бы вот, ну, он не грязный, а такой, ну, немножко, как знаете, там после сделок, после это самое, как его, сборки обработать напильником. Во, вспомнил. Так, ну, давайте, наверное, посмотрим, как это будет выглядеть с телефоном. Для этого я сейчас быстренько достану что-нибудь, что у нас поддерживает Type-C. Как раз под это дело нам Blackview P2 и пригодился. Это единственный у меня сейчас в наличии телефон, который поддерживает Type-C. Значит, вынимаем. Промахнуться невозможно, да, это микро-USB может быть вверх, может быть вниз. Type-C, он одинаковый, что так, что сяк. Да, и вот так вот поставили. Не знаю, с одной стороны... Вроде все надежно, вроде все хорошо, то есть здесь, видите, тоже прорезиненное. С другой стороны, честно, как-то вот большой телефон, которым является Blackview P2, 5,5 дюймов, ну, как-то страшновато, по-моему, это выглядит. То есть, как бы пошире бы она была, да, вопросов бы не было. Был бы угол наклона, да, там чуть посильнее. Видите, у нас угол наклона, ну, вообще ни о чем, такое ощущение, что все это дело сломается. Значит, плюс какой? Мы берем USB-шку, кабель. Вот у меня, например, от компьютера на сам стол идет выход USB-шный, который коннектится с блоком. Знаете, да, достаточно длинный кабелек. И, собственно говоря, да, берем пок, коннектим телефон. То есть, там, хотите, просто его заряжаете от компьютера, хотите... перебрасывайте с него какие-то данные, да, то есть, ну, вопросов никаких. Опять же, мы сидим рядом с компьютером, но на самом деле, то, для чего он задуман, можно нагнуть. Прикроватная тумбочка, опять же, да, ну, в принципе, основной плюс здесь какой? Ну, вот P2, наверное, это не покажет, а вот, скажем, ну, опять же, P2, но только Lenovo. Ну, видите, у него вот металлическая крышка задняя. Все красиво, все симпатично. Я не могу найти на него бампер. Вот, ну, нету хороших бамперов, которые меня устроят на него. Да, если я буду класть на тумбочку, там, еще куда-то телефон, я заднюю крышку, скорее всего, ну, ушатаю в итоге, да, она там будет с царапинами, ну, как-то вот. Вроде нехорошо, да, если я буду пользоваться вот такой подставкой, задняя крышка будет цела. Попробую я выложить в описание, если найду ссылку на... Type-C, да, данный Type-C тип, и попробую выложить ссылку на микро-USB, и вполне возможно, не уверен, но вполне возможно, выложу на подобную ерунду ссылку на яблоко, да, то есть у нас любителей яблока достаточно много, вполне возможно, да, им это нужно, соответственно, идите, берите, заказывайте вещь, в принципе, не то чтобы прям вот, ну, необходимо, но при этом гораздо удобнее, да, звонит телефон. Вот он стоит у нас, да, вот так вот телефон, сразу видно, кто звонит.
или звонит. И так сейчас можно по-любому. Кто звонок делает, видно, да, брать удобнее. То есть, ну, легче нащупать гораздо, чем там по столу бегать его искать. Там могут быть какие-нибудь страшные вещи, там иголки торчат, и ты такой, телефон, ух, иголка, там бах, утюг горячий, ожоги, ужас, короче, беда полнейшая. Ну вот, с ней будет, ну, вроде как удобно. Хотя себе, наверное, такую не возьму. У меня маленький ребенок, он как бы ее прям куда-нибудь потащит, что-нибудь вырвет, оторвет, поломает. Наверное, мне не сильно подойдет. Я думаю, есть прям такая еще в розетку втыкающаяся. Нет, в розетку втыкающаяся нету. А значит, за сим все. Значит, от вас хотелось бы, да, услышать в комментариях, формат вот маленьких таких интересных видео будет лучше или нет. А есть ли смысл показывать мое лицо или вам как бы моих рук достаточно. Ну и вообще так, в целом, что-нибудь напишите, а то что-то как-то в последнее время скучно, попробуем пообщаться. А, ну и, собственно говоря, есть еще такая вещь, как... вещание. Ну, надо ли мне заморачиваться, искать камеру, место, где Wi-Fi хорошо берет, и делать какие-то там прямые выступления. Надо, не надо, ну, опять же, будьте любезны, напишите. За этим все, скоро вернусь. Всем всего!